Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о топ-4 приложениях, которые я нашел для вас в путешествии. Итак, начнем с того, что есть 4 приложения. Если же вы выбираете путь тот, который вы будете ехать на автомобиле, вам нужно Maps.me и Hotels.com. Maps.me — это офлайн-карты, Hotels.com — заказ гостиницы по всему миру. То есть оно простое в использовании, зашли, нажали вам нужную область, загружаете, и все, она работает в офлайне. Здесь же вам не нужно будет интернет, загружаете карты, простая в использовании. Здесь как бы у всех один и тот же мотив. Hotels.com.ua то же самое, выбираете нужную вам страну, выбираете сколько звезд, на сколько ночей, и как бы все к вашим услугам, пользуйтесь, очень классно. Но если же вы путешествуете другим транспортом, выбираете Tickets.ua, это тоже очень классное как бы приложение в том, что вы можете железнодорожные билеты заказать. Вот, пожалуйста, я набирал Львов-Харьков. Вот, пожалуйста, на 20 марта такое-то время выбираете, либо же тот, выбираете маршрут, то есть с каким удобством вы будете, купе, плацкарт, цена и все остальное. Очень удобно, классно, комфортно и быстро. Никаких нареканий в этом нет. Но если же, так же самое, если вы прибыли от точки А в точку Б, вам нужно добраться до гостиницы, пожалуйста, приложение «Тачка», выбираете там нужный вам город, опять же, это будет, допустим, Львов, указать на карте, допустим, это мое текущее место, но вы также можете выбрать Львов, откуда, куда, укажете вашу цену, там 100-150 гривен, смотря какой маршрут, куда зависит, и все, и также отзывается. Но также есть и обратная сторона медали. Если же вы, допустим, не путешествуете, решили заработать, приложение «Тачка» также позволяет вам заработать как в роли такси. То есть вы как таксист также будете принимать заявки и как бы заработать от этого какую-то часть денег. Вот и все. Hotels.com, конечно же, всем понятно, тут ничего объяснять не нужно. Все комфортно, ясно, доступно и очень экономят наше время, деньги. И всем от этого только удобные выигрыши. Поэтому подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, делитесь этим видео с вашими близкими, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. И оставляйте ваше мнение в комментариях, может что-то упустил, что-то не знаю, подсказывайте, мне это очень интересно, оценивайте видео уже сами.